Четырем героям сегодня нужно выяснить, в каком месте призрак узбека-монгола сильнее, в доме или в подъезде. Присаживаемся поудобнее, наливаем себе чай, чтобы распрыскать его от смеха по комнате, заряжаем мощный лайк и в бой! Сиськи у женских скинов делают медленно скибидиду. Жесть страшная. А мне еще фиолетовый цвет. Приехали. Ой, там уже утащили Гордона. Отдай снова! До свидания, брат! Свет, не забывайте отключаемся. Погодите. 5 МП, 5 МП! 5 МП, а счетчик частиц у кого-то есть? Он у меня. 500 тысяч я вот намерил, 500 тысяч. Дайте фонарь, пойду следы искать. Я пошел, ребята, не ждите меня дома. Ну что, стой! Нету пока ничего, нету отпечаточков. 40 лет авто. О-о-о, пока, Мунаган. Ой, тут на этот суперзвук робокопа, блядь. Он здесь. Он здесь? Это мы тут излучаем. Но был, да, эта хуйня сработала. Напиши в блокнот. О, что-то там скулит, вроде. О, нарисовал, ебать. О, черепок. Черепок. Черепулик надо нажать. Так, ребята, я выключу свет. Ну я так сказал, он череп. Блядь, сука, что-то меня булькнуло сначала. Где я? Хорошо, все хорошо. Он должен. Доска ебала, нахуй, началась колдовство. Доска ебала. Отойди, слезь, Гордон, не видно, что происходит. И кукла, и куклу поднимает. Я это сниму на видео. Что, из угла в угол? Из угла в угол. Артём, нам никто не поверит. Вот теперь это, пипетка прыгнула. Вот эта пипетка подпрыгнула, блядь. Поднимает куклу. Кукла движется хаотично. О, у него киты, слушайте, киты. А, да, киты. Радиоприемник. Нам ничего не дает. Ну, сука, не плачь, малышка, мы тебе... А-а-а! Тварь ебаная! Пошла нахуй! Зверьми балуют. Я сюда, все хорошо. Такая-то хуйня. Да, приключения там на полу. Загружаю в компьютер. Не работает. Заржи, древний, спокойный. Подтвердить. О, материализовали его. Теперь надо колба с пеплом Везувия. Вот, я ее взял, что делать? Надо поймать. Надо в него, наверное, разозлился. Да. Сука, страшная бутылка. Гордо, ты где? Держи меня. Камплей. Камплей. Тебя не утащит. Камплей, ребят. Тихо, он что-то сказал. Камплей, детка. Let's play some game, ребят. Надо свет вырубить. You are bullshit shit. Ну-ка. Да в смысле, это слабенький. Да ну, отойдите, сейчас все будет хорошо. Блять, сука, заебало. Где я, в кладовке у бабки какой-то? Мне нужно защитить. Лёха, выходи! Выходи! Лёха Дзянши, блядь, стал. Типичный вечер пятницы в подъезде. Аниме говно! Блядь! Я тут стою, сейчас он полетит. Она сосать начала, чуть-чуть. А у меня нет тревоги. Она меня сука! Ты видел, что? Ты видел, что, блядь? Он подошел, меня за воротник схватил, нахуй. А я вырвался, дальше побежал, и вы его пизданули. Я заработал нам денег, пацаны. Там какой-то узбек, ребят. Там какой-то узбек напал. Это Дзянши, это не узбек. Там как будто в шапочке был, я не разглядел. Началось. Светите куда-нибудь. Гранату. Светите. Готов. Готов, я готов. Я готов тоже. Я стою до конца. Вот он. О, идет. На нахуй. Куда ты такой длинно бежит? Он монгол. Колбу применили, теперь надо магическую книгу, ребят. У меня книга. Что происходит? Это... Ой, блядь. Это кошмарит. Ребят, а можете это взять? Ой, идет. Идет. Книжку кинул там ему? Да. А что ты стоял на проходе, ждал? Ее надо положить, и если он рядом будет, он типа ослабнет, она его не убивает. Я готов, Сою могу пиздануть, надо или нет? А книгу, а книга на полу же лежит там. Понюхай книгу. Вот. Нет, смотрите, книга. Блядь, он понюхал. Меня понюхал. Понюхал? Ну что-то ничего не считалось. Да. Что это? Там он там? Книга, смотри, чудо. Он на меня рыгнул и на книгу прилип. Так, надо найти зеркало. Вибрирует у меня видеокамера, он где-то рядом. Зеркало, блядь. Что-то мне страшно. Мне обычно в этой игре не страшно.
Ай, все, мне пизда! Я сейчас соль занюхаю. Я беру похуй, я нахуй закрою, все, меня не убьет. Пошел в очко, блядь. Только зайди ко мне в комнату, тварь. Он ко мне идет? У меня тут чеснок. У меня тут чеснок, узбек. Блять, наорали на кого-то. Чего, блядь? Чеснок, узбек. Я его победил, нормально. Вот, нафиг, связывайтесь с ним. Надо навонять его благовонием. Артём, ты главный по зеркалам. Я главный по зеркалам? Ой, я его там вижу, когда он вот смотрит в какую-то тряпку. О, все, все, видимо, я призвал. Ничего для этого не делал. Соль нужна, соль. Ну все, тройной залп солью. Давай. Я с крестом буду стоять. Я очень тупой, давайте я привлеку его. Эй, ты, гнида, выходи, я очень тупой. Это твой шанс. Так, где? Блядь, сука, лампочка лопнула. Давай, тварь, ты, блин. А тут есть еще лампочка? О, хоть так. А, вот он тут ходит, в этой комнате, блядь. Он бежит, он там что-то испражняется. Справа. Жесть, первый зеркало сгорело. Это ближняя, не, да? Не, разбегайтесь, туда. А, вот тут. Hello, Узбек! I'm from... Вот он! Он меня тут подпугивает, подпугивает меня тут. А что ты не кидаешь? А он так, типа, демонстрирует силу и исчезает быстро. Вот начинается, я готов, ходите, я буду ходите, смотреть готов. Ему лицом к лицу, а вы выйдете наружу. Блин, черт, а как это к лицом к лицу? А, на улицу выйти? Да, на улицу. Да, ну вы издалека кидайте, чтобы не он быть идет, под риском идет, удара. Давайте огонь! Ёбнули, всё. Ёбнули, нормально. Ай, блядь, такой. Надо огненную, Кирилл, огненную. Я готов. Это балдёж. О, салам алейкум, нахуй. Нормально, нормально. 300 баксов, ребят, все трачу, последние деньги свои. Куда это ставить? Просто? Просто там поставь, возле здесь. А, еще надо предметы собрать для ритуала. Сейчас соберем. Блять, лампочка ёбнула. О, сзади был, да. Да на самом деле мужик за хлебом выйти не может все это время. Он максимально злой сейчас будет, и мы не нашли ни один предмет, который он... А надо какие-то предметы искать? Да, да, 5 предметов надо найти. Ну да, вот тут 5 кружочков. Проклятые предметы, по идее, их через камеру. Во, вот здесь проклятый один. А, через камеру, точно. Наверное, есть специальная какая-то камера для этого. Кладем, кладем. Обычную камеру. Блять, 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 ебет на втором этаже меня. Я приму удар еще один. Я спрыгнул, сука, ты можешь спрыгнуть с балкона. А, да? Вы можете в энциклопедию зайти, там показывают, как предметы выглядят. Я нашел кусок. О, я не знаю, что это, но что ты нашел, но это оно, неси, надо, неси, вот, нате. Часы нашел, часы. А, часы. Ой, я что-то нашел, я череп нашел. Я нашел, пацаны, я нашел! Где? Первый этаж, самая дальняя дверь справа. Так. Самую дальнюю комнату. Так. Дверь закройте, и она на тумбочке лежит. Справа. Блядь, назад! У меня благовоние, не ссы! Держите благовоние в руках. Тут еще этот свет напердеть должен в него. Он бежит, еблан бежит. Все, быстро, за Розой! Соснул. За Розой, Роза! Розочка моя! Где она, блядь? Право, да, правее смотрите, правее ниже. Правее на тумбочке ниже. В углу. На блядь! Тумбочке. Уходим! Вот сука, не дает Розы схватить. Эй, я же нужна благовоние! Держи. А, нормально, работаем! Нормально. Вперед! Роза, ёба! Когда заходите, сразу налево смотрите. А, вот она! Вот! Бежим! Нет, не взял! Я не взял, я не попадаю в нее мышкой! А чё вы бежите, никто не нападает. Да, сейчас! На меня напал, у меня мозг съел. А вот он! Я взял, несу! Я её скинул, всё. А кинжал, у меня денег нет на кинжал, ребята. У кого есть 200 баксов? 100 баксов надо. Я не могу потратить. У меня есть, Нормально. Фух, всё. Да, надо в центр нож ебануть. Ебаните по-братски. Да, только надо, наверное, предметы убрать, а то они сейчас автоматически распуярятся. О, и что-то надо, покебол в него надо, покебол. Покебол, да, какие-то штуки летают. Блять, монголов, покебол. А надо предметы теперь класть туда как-то, блядь. А масков там подсвечиваются предметы. А, всё. О, сука, он еще драться там пытается. Блять, я зашел в круг, не заходите. Кто предметы? Маску, где маска? Блять, Артём, разлёгся. Маска вот возле моей правой руки, А чё за вертолеты, ребята? Вся страна, военные летят.
Вова, фиолетовая штука убивает. А, почему у фиолетовой штуки звук вертолета? Возьми череп, говна. Не, может, надо брать, что именно надо? А что он сейчас говорит, надо вам? Во-во-во, череп. Где часы, часы? Часы дальше, часы дальше. Дай взять предметы, говна, кулю. Круг, 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 круг. Нет! У ноган все, на тебе. А что нужно, блядь? Так, а ничего, вон, маска, маска. Блядь! Я умираю, ребят, все, пока нахуй. До свидания, блядь. Просто газу, 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 педаль в пол и погнал, я остановлю его. Ой, все, пиздец. Пока, монгол, блядь, ебаный. Блять, это все так умирают, знаете, они стоят такие и просто ебалом в асфальт падают. Не, ну интересная штука. Работает спецназ, погнали. Я успел украсть фонарь, все поворовали прям на глазах. Прям частиц, прям вообще много, очень частичный парень. Уже померил 100-500. СМП просто бродить надо и все. Да-да, и смотреть, сколько будет выпадать. Черепок. О, черепок. 100-500. Ой, блять, сука, бахнуло хорошо так. Видишь что-нибудь? Hello! Фуга, не надо, hello. Не hello. Надо, фуга, нет! Ребята, пора вниз, пора вниз. В подвал? Давайте, я веду исследовательскую работу. Ну а чё? Это намёк был. Ну пойдём, ладно. У вас фиолетовый фонарик. У меня. У меня МП-3 показывал. Если не избегаем, идём. Я в подвале, вот след ноги, ребят. О, след маленькой, да, ноги. О, надо мужичка. Сфоткать, надо сфоткать. Ой, я нашел его уродливую игрушку свинью. Ну, наш, что ты нашел, да, что ты принес? Без зеркала относил и. А все, тут хуйня. Я ее спиздил, а пока. Мы Something. Будем надругаться а как... над ней. Ну, минус 20, минус 10. Минус 20, 10, минус 10, да? Да, да, да. Это детяшка. Черкаши, внимание, в блокноте черкаши, каракули. Есть просто каракуля, черкаши, каракули. Ну, каракули пиши. МП-3, больше трех не было. Ай, блядь. Босс, он пришел. А где поглотитель? А вон он там, да, на лестнице. И ран, ран. Он там кайфует опять, ребенок с мужским голосом, аккуратно. Блядь. А хули оно не сработало, блядь. Оно не факт, что работает. О, привет, шкет. Че стоишь круто так? Нормально. На нахуй, пида. Блядь, ты такого маленького пацана вот так вот. Да он на меня напал, он мне в шею грыз. Бля, где Роза сраная? Я на втором этаже. Я нашел, пацаны, я нашел. Где? Опять повторяется история. Вот, да-да-да, выходите все, вот где стоите. Вперед. Вперед. Идем. Налево на первом повороте. Направо. Так. Не, вы далеко ушли. О, шкет сидит аккуратно, оба сюда, вот сюда. Стойте, стойте, и прям сразу при входе налево смотрите. А, вон она, блядь, да. Да это пиздец. Вот, вот. Берите, берите. Я не вижу, блядь, я не могу, я не вижу, я до сих пор. Взял или нет, взял или нет, взял или нет. Как началось то же самое. Все повторяется, а что он на мне заспавнился, хуй, блядь. Меня выебали в рот. Вот опять твоем. А вон, бежит, 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 хорош. Так, этого пиздюка, с ноги ему еще. Давай, Фуга, готов? Вон он сидит сзади Фуги. Все, сейчас. Свет, если свет не работает. Че, я знаю, идем. Да можно осветительную сейчас, установку идем. Купить. Я вот сейчас куплю нахуй. Да, нормальный фонарь, мужской сразу видно. Все. Да, вперед. Бля, нет, не все, нет. Давайте. Быстрее, у нас время. Тима Масленников. Давай, все, поехали. Вот оно, мелкое ничтожество. Надо брать предметы, может, сразу. Вертолет, ребята, череп, внимание. Вертолет. Только 4 предмета. Череп, быстрее. Нет, да. Надо Е нажать, нет. Надо Е нажать там. Положилось. Вертолет, внимание, не трогайте ничего. Пишет тройка. Часы, где часы? Где часы? О, малой охуевает пока. Я, у вас 3 попытки осталось. Маску, Е. Маска. О, нормально. Так, а ловушка на готове. Покебол возьмите. Нет, надо сразу. Давай, да, покебол, он сейчас как высвободится. Куда-то? Так, вертолет расширил свой диапазон. Да. Все, он обналичился, сейчас будет бегать по дому, скорее девочка, всего. Обналичивай его. Обналичивай его. Хорош! Пососал. Спасибо огромное за просмотр. Обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, включайте все уведомления. А если хотите поддержать меня, то на Boosty подписка от 50 рублей, плюс там эксклюзивные видео, которых нигде вообще нету. А с вами был Жим, до встречи!